Я Солженицын 2000, и мы продолжаем нашу рубрику мрачного сатанизма и российского фолк-рока. Иван, это Иван, Space King, мэтр санкт-петербургского андеграунда. Ваня, скажи, пожалуйста, что значит рок для тебя? Рок? Для меня рок значит ты. Взаимно, брат, взаимно. Еще что-нибудь? Рока я не видел. Я думаю, что на этом все. Черт возьми, сплошная лесть. Мне, конечно, приятно, но, Ваня, я хочу ответить взаимностью тебе. И ты тоже клевый пацан, и клевую музыку играете. Что ты можешь посоветовать российским рок-музыкантам, которые не врубаются че к чему, но они рядом и они потеряны, им надо помочь? Скажи пару слов, ну, чтобы ребята как-то активировали свой чертов мозг. Нужно развивать свой кругозор и ориентироваться на Ивана. То бишь на Солженицына 2000, друзья. Что ты посоветуешь слушателям того дерьма, который мы делаем, в общем-то, и неплохо, мне кажется. То же самое, развивать кругозор и ориентироваться на Ивана. Опять же, все вопросы к Солженицыну 2000, это был... Нет, почему? Просто Иван, начало и конец всех вопросов и ответов. Настенька, что ты хочешь, что для тебя рок? Рок вообще, обрисуй, в двух словах. Рок. Достаточно. Снято. А что ты... А че ты вообще? Что ты пожелаешь русским слушателям, которые не врубаются, что есть андеграунд? Сосай хуй! Что, Стас, для тебя рок? Рок для меня все. Итак, дорогие друзья, я Солженицын 2000. И со мной сейчас рядом необычайная группа Freewheeler. Настя, Макс Знаевский, просто глыба мазафаки питерской. Юхис, финский чудик, который бухает и играет рок слайдом. Макс, скажи, пожалуйста, что для тебя есть рок? Рок. Это как бы угар, например, как бы, и все такое, например. Отлично. Что вы хотите посоветовать музыкантам, которые, ну, вот только взялись там или пытаются играть там в гаражах, там, я не знаю, на репточках, но не врубаются, что делают. Вот надо что-то им пожелать. Пожелай, пожалуйста, Юхис, ребятам, рокерам, что как. Good luck and good speed. Yes, that's correct. Это корректно, это корректно. What kind of music must listen Russian? Russian, эти как его, засранцы, в общем, мы. Какую музыку, какую, how music we must hear him now in here at St. Petersburg. Извините, и не ковры по-русски. Конечно, они серьезно отвечают. Это кажется, что они сарказмируют на эту тему. Но мне кажется, что там боль за отечество у них чувствуется. И третий заключительный вопрос, Максим. Что ты посоветуешь слушателям, которые еще не встали на путь истины, но, может быть, хотят влиться, так сказать, в ряды андеграунда и все такое? Слушайте больше Led Zeppelin, на самом деле. Ой. Эй, какой... Это... Кто сказал, что Led Zeppelin говно? Иди сюда. Вы забываете о главном, об обмене живой энергии. Приходите на живые концерты, получайте и отдавайте. И наслаждайтесь этим кайфом. За живой рок мы все, короче. Играйте в домино и в лото. Это очень круто. Peace. Всем добрый вечер. Мы группа Hot Blood Nature. И я бы хотел сказать о том, что такое рок для меня лично. Для меня лично рок – это музыка, которая не поддается никаким либо логическим объяснениям. Это музыка, которая объединяет людей в каком-то общем порыве угара, очищения, раскаяния. Но самое главное – удовольствие. Это музыка. Это должна быть музыка, и душа под эту музыку должна петь. И петь желательно в унисон. Российским рок-музыкантам нужно посоветовать всего лишь одно. Просто перестать ебать мозги, наверное, себе, друг другу, всему своему окружению. Просто ебашить, не знаю, гнуть свою линию
играть и не пытаться что-то строить из себя и вообще хуйней маяться всякой. Просто надо играть, надо стараться, надо родить за свое дело, да и только, собственно. Я думаю, что слушателю стоит побольше ходить на обычные местные концерты местных городских групп и просто угорать, поддерживать движ с чуваками, быть ближе к самим музыкантам и вливаться в эту тему, и тогда как раз рок-музыка будет двигаться дальше. Надо перестать сидеть дома, блядь. Да я вам скажу, что надо слушать в следующем выпуске. Я переведу дух и соберусь с мыслями, что ребята нам пожелали, и мы все выложим. Я все равно найду способ достучаться до вас. Я Солженицын 2000 вернулся для того, чтобы навести порядок в этом аду. Всего доброго, до встречи.